Всем салам, пацаны! Я снова на коне. Еду на работу, в общем. Со сваркой ничего не получилось. Не знаю, слышно, ору, там микрофон плохой. В общем, варил, все это туфта, как и сказали. Электроды туфта, сварка туфта, усиление туфта. Взял, прикрутил на проволоку все. Подрамник к раме примотал хорошенько. Все собрал обратно и поехал работать. Телефон красный. Звонят. Не дают работать. Шутка, да. Нормально все сделал. В общем, в субботу увидел. В воскресенье поехал на Чурмет. Туда-сюда, куски рамы, заехал, разобрал в воскресенье. И, короче, понедельник, вторник, вот сегодня среда, в 10 утра я выехал. Вот, столько времени занял. По деньгам что получилось? Аппарат купил 14, Ресанта 250. За два куска рамы отдал 4 рубля на Чермете. Еще нормально, вообще не хотели вырезать там. Мы тебе, говорит, отрежем пол КамАЗа и забирай. Сам будешь там вырезать, что тебе надо. Нам, говорит, некогда. Я говорю, вы все отрежьте. Вернее, вы посчитайте, как пол КамАЗа, говорю. Просто вы мне здесь резаком отрежьте, чтобы я не мучился. Ладно, говорит. И начали резать. Я перчатки взял, достал. Короче, с пацаном рядом встал. А этот хозяин, ну, смотрит, видимо. Ну, нормальный мужик тоже. Я там хломом, там, короче, ну, помогал, все, отбил, отделил. И он написал. Прям чистые два куска они мне почти практически вырезали. Вот там то, что заклепки сбивал. Практически чистые два куска он вот так на весы положил. Он взвесил 70 килограмм по 40 рублей, 20, да, 2800. Он говорит, 4 рубля дай, нормально. Я говорю, шикарно, ты доволен? Доволен, говорю, все, молодец, спасибо. И электроды, пачку электродов 5 килограмм, LB52, 3270. И там сколько-то дисков. Туда-сюда что-то. Вот такие затраты. А, всем спасибо, пацаны. Прямо от души всем. Вот кто писал, кто звонил. На WhatsApp люди писали, кто-то телефон даже в комментарии оставлял. Брат, позвони. Я тебе этот. Писать долго объясню. Просто особо и вариантов, ну, я уже для себя как бы решил. Вот так буду делать, ну, на проволоках, так, грубо говоря. Поэтому, ну, извините, что не перезвонил, не это. Я все понимаю, как правильно, как вы хотите сказать. Все правильно говорят. Кто говорит, вот, все убрать и по новой, это правильно. Кто говорит, так оставляй, как хочешь, делай усилия, это тоже правильно. А, вот тот день, когда я первый день, в понедельник, короче, до темноты работал, варил. Напряжение слабое днем. Блин, я замучился. И эти электроды японские, они тоже, вот простым берешь, варишь, он как по маслу шпарит, вообще не отрываясь. Вот так можно, несмотря. А этот прям вот так, он тухнет постоянно. Ну, надо приловчиться. Зажечь его трудно, если он потух. Короче, надо приловчиться. И напруга. Вот я в воскресенье вечером начал варить. Шикарно, видимо, вот выходной день. А у нас там вокруг везде какие-то кафешки, рестораны, цеха. Видимо, линия, ну, напряженная, слабая или что. В понедельник начал, не идет вообще. Я там насрал, короче. Коллега пришел посмотреть, он так
посмотрел там, что-то промолчал, но я понял, что ему не понравилось. Он говорит, ты не вари, если... Лучше не вари, говорит. В общем, кое-как я фазу там менял, плюс-минус. В общем, потом уже я понял, что вот так надо, так надо. И что я начал говорить? В тот день, первый понедельник, прям я замотался, и жара. И я что-то... Вечером уже заполз домой, еще дети, жена уехала, один с детьми, пока мелкую там уложил, искупал, там, успокоил, накормил. Сам кое-как, короче, там еще видосик этот запиливал. И, короче, в 12, там, 12 где-то, чувак один на WhatsApp пишет: «Мурат, привет, я твой подписчик. Хотел с тобой познакомиться». Я так спросил, я там что-то... Я, это, извини, что поздно. А у вас сколько время, говорит? У нас 12. Ладно, говорит, завтра позвоню, можно? Я молчу, короче. И на следующий день он звонит. Вообще, блин, приколист такой или что? Мурат, это я вчера вот писал поздно ночью. Я говорю, а, да, да. Че, я этот, не отвлекаю, занят? Я говорю, да я ж варю, пилю, говорю, вот сейчас мне надо, говорю, это, машину делать. А, ну у меня вот такой вопрос, и начинает, короче, свой вопрос мне этот. И, ну ладно бы он хотел по моей теме что-то там помочь, подсказать. Он свой какой-то манипуляторный вопрос. Какую ему установку выбрать? Я стою, молчу. Он, видимо, понял уже. А, отвлекаю, да. Я говорю, ну да, мне же работать надо. Ладно, ладно, я на WhatsApp потом напишу. Ладно, говорю, давай. Чувак, извини, ну... Ну не в тот день вообще, я... Ну ты понял, да? В общем, сейчас еду грузить каток. Сразу вот, после ремонта. Сразу на полную, как говорится, пан или пропан. Нет, пропан это газ. Пал или пропал. Так, да, нет, что-то не то. Опять что-то как-то не так, как там говорится. Ну, в общем, вы поняли. Сейчас покажу. Еще одна мысль у меня есть, как каток загрузить по-хитрому. Попробую. Дорогу здесь сделали новую. Ну, асфальт расширили. И рамка стояла платоновская. Рамку убрали, она мешала. Теперь вообще балдеем в эту сторону. Без рамки. И уже не включаем ничего. С Платона эти звонят, бабы. Вы уже это, что-то полгода Платон не включаете. У вас неактивно это. Вы, говорит, если не надо, вы его принесите обратно. Вот так говорят. Я говорю, да, да, хорошо. А, вот куда еду сейчас за катком? Мужик вот этот звонит два дня, ну три дня уже он звонит. Перевезти надо, я говорю, на ремонте. Он говорит, ну, как сделаешь, перевезем, там не проблема. Хорошо, на следующий день звонит опять. Ну что там? Я говорю, ну я же тебе сказал, говорю, пару дней. Ну да, да, давай, говорит, я тебе деньги сейчас отдам. Зачем, говорю? Работу сделаем, отдашь. Тем более я тебя знаю, ты меня знаешь. Что за смысл? Я и не люблю вперед брать. Не-не, я сразу отдам. Ну ладно. Сам не смог приехать, короче, прислал кого-то. Приехали домой, деньги дали. Чё ты когда, говорю? Ну, не знаю, говорю, вот дождь пошел тоже. Бегал эти болгарки под навес, с навеса таскал туда-сюда, заносил, выносил. И вот вчера опять позвонил вечером, я говорю, завтра уже точно соберу.
Вот сейчас к нему еду. Так, вот наш каток. Теперь в чем прикол? Когда на Хиабе еще работал, Хиаб стоял на этом КамАЗе, 8-тонный, 8400 была грузоподъемность. И не 18 тонн на метров, как здесь, вот как на этом Динтеке, а 21, по-моему, там, вот 244 Хиаб, 21 тонн на метров грузовой момент. То есть он мощнее, чем вот этот. И вот на нем я не мог поднять вот такой каток. Все время я хотел каким-то, ну, способом попробовать его загрузить. Ну, так и не получилось. А сегодня вот просто ради интереса, ну, какое-то есть вот спортивное какое-то прямо у меня. Или не знаю, или это, может, скажете, дурь это. Может быть, да, бред. Он его и так легко грузит. Ну, я хотел попробовать. Сейчас вот как раз никого нету здесь. Ну, если бы кто-то был бы, я бы не стал делать. А то, ну, первый раз мало ли что. А тут, как говорится, ну, решил рискнуть. Суть в чем? В общем, загрузить сперва одну часть, допустим, ну, мало ли что там, чтоб целиком не поднимать 7 тонн, да, и крану, возможно, легче будет. Не знаю, вот хотел проверить все время этот момент. Вот сейчас зад, тяжелый зад кидаю на себя, на кузов, боком вот так раком ставлю его, и потом перед каток стоит как бы на передаче заднее колесо, поэтому он не должен прям покатиться, но такой момент, короче, есть опасный. Я его на кузов доску подкладываю, лишь бы он вперед не поехал, пока я буду перецеплять. И вот так к себе подтягиваю. Ну, вообще нормально, легко. Ну, может быть, кто-то захочет это 300-кой загрузить каток, мало ли что. Пригодится. Сейчас меня, короче, закидают помидорами. Да, да, ну это бред, согласен. Это, короче, вообще хрень. Если бы он сейчас звезданулся бы, не знаю, наверное, ничего бы не сломалось даже. Это же советский, СССР, не то что сейчас эти китайские делают одноразовые. Это же, ну погоди. И вот так он по чуть-чуть потихонечку катится сам, поворачивается на месте. Вот как раз прям, вот как я и хотел, как я и планировал, он прям даже легче получилось. Я думал, может быть, я на центр не попаду, при развороте зад куда-то уйдет, придется потом еще раз зад переставлять. А он у меня прям идеально по центру. Я его сейчас вот стрелой чуть назад на себя подкатил, доску подложил, подкатил. И все. Все, вот так загрузил, закрепил цепями этими трещотками. О, вообще не нарадуюсь я на эти цепи, как этот Давид КамАЗ там закрепит, там миллион штук накидает. Затянул и еще доски подложил под задний каток с двух сторон и забил гвоздями. Там чуть-чуть недалеко по трассе надо проехать. Ну, цепи-то цепи, но все равно. Где-то что-то на дороге, не дай бог, что тормознешь, мало ли что, какой-то идиот выскочит. И вот, все, отвез, нормально, там уже я его выгрузил, как положено, там уже люди были, я его уже зацепил. Вот подрамник покрасил свой новый подрамник, вот у меня какой-то мазутой, мастика какой-то, вроде краска. Что-то как-то она, или я ее не разбавил нормально.
Вот так вот. Вот такой колхоз, да, скажете? Вот такие эти пластинки положил. Ну, короткие, да, туда под кузов не стал пускать. Там весь кузов надо будет поднимать. Что-то, короче, опять полумерами как-то обошелся. Розы выжившие вот борются за жизнь. Те, кто остался. Короче, купил 20-ку масла, не хватило нифига. До этого в окошке даже не появилось. Ну, пол бака ровно я померил. Надо еще 20-ку как минимум. Этот затраты эти тоже не посчитал. 3 рубля 20-ка, а надо 2, значит еще 6 тысяч. Вот. Вот здесь где-то у меня уровень. Ну, если длинную стрелу, этот телескоп выдвигать, то может не хватить. Ну вот, как-то так. Съездил, испытал. В общем, кран сегодня. Замазал там все. Все, всем спасибо. Всем пока.